Лена, это твой прогноз? Если мы принимаем Христа как Сына Бога, чувствами, мыслями, нашей личностью, Бог это видит, Бог видит, и Бог нас принимает. Читайте, родные, Евангелие, призывайте Христа, молитесь. Это Бог сейчас такое время, это время прийти искренне к Богу, без всякой наигранности, без притворства. Ведь Бога не обманешь, не надо притворяться. Если что-то имеете, какую-то обиду на Бога, вот так и скажите. Имеете какую-то благодарность, скажите. Понятно, что когда мы на Бога обижаемся, мы делаем неправильно. Но лучше честно сказать Богу: Боже, я там на то огорчен, на то. И Бог где-то приоткроет, почему и что и как. И может быть тогда поймешь, почему это произошло. Я говорю об Иисусе Христе, потому что Он вырвал мои вены с наркотиков и руки с оружия. Жизнь наполнил радостью и смыслом. Боже, благослови Одессу, благослови Украину. Защити нашу страну от той беды, которая сюда пришла. И даруй нашей стране и всему. Он кто-то что-то потерял. Девушка, кто там? Кто там потерял кулек с чем-то? Вот. И, Боже, даруй веру во Христа всей планете Земля. И гряди, Господи Иисусе. Слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дякую за увагу. Благослови вас Бог. Читайте Святое Евангелие, читайте Библию. Ищите личных отношений с Богом. Это не религия, это не куча ритуалов и обрядов. Это не причастность к конфессии. Это причастность к Творцу Вселенной. Это причастность к тому, кто возлюбил нас больше жизни и на кресте под пытками пролил свою кровь за наши грехи. Будьте благословенны. Доброго дня. До побачення.